Канадский канкан. Композиторы Генри Манчини, Уолтер Грин. Режиссер Герри Чиникай. Автор сценария Джон Данн. Художники Боб Матс, Мэнни Перес, Дон Уильямс. Продюсеры Дэвид Депати и Фриз Фрилинг. Комиссар вызвал меня к себе в кабинет, чтобы сообщить мне, что я был выбран как студент-полицейский для обмена с Канадой. Можете не беспокоиться, сэр. Вы можете на меня положиться. Я не подведу французскую полицию. Очень хорошо, инспектор. Удачной поездки. В отделении конной полиции я получил свое первое задание от командора. Итак, мой друг, это двуликий Гарри. Он очень опасный преступник. Ты должен задержать его немедленно. И будем прощаться. Адью. Я сказал немедленно. А теперь иди. Пошел. Я был хорошо знаком с повадками преступников, находящихся в бегах. Поэтому я нашел притон с самой плохой репутацией в городе, чтобы начать расследование. Простите, мы не знакомы, но вы когда-нибудь слышали имя Двуликий Гарри? Кажется, что-то знакомое. Понимаете, о чем я? Нет. Что именно вы имеете в виду? Что значит знакомые? Вот это! Господи, он уже близко. Он никогда нас не поймает. Нужно грести быстрее. Вот это я понимаю, длина. Что ж, это игра на двоих. Кажется, он нас догоняет. Покинуть судно! Сдавайтесь именем закона! Я проследовал за этим опасным преступником до Манитобы, где царила зима. Опасно, лавины, соблюдайте тишину. Ты сдаешься? Что? Ты сдаешься? Громче. Ты сдаешься? Вы не могли бы говорить немножко громче? Предупреждаю в последний раз. Стоять, или я стреляю. Остынь, коп! Разве ты не видишь, мы заехали слишком далеко на север. Этот мультфильм закончился. Черт возьми. Это мы еще посмотрим. Эй, ты, мультипликатор. Я приказываю тебе соблюдать закон и поместить этого преступника за решетку. Где ему и место? Я требую адвоката. Вы не имеете права. Я знаю свои права. Вы слышите? Я отказываюсь говорить. Вот видите, перо сильнее меча. Какое облегчение знать, что мне никогда больше не придется смотреть на такого двуликого урода, как ты. Ты это сам сказал, приятель. Кто это сказал? Где ты? Кто ты такой?